Сколько я убил? Ходячий апокалипсис. Нравится, у него дробаш прикольный такой. Это новый матч уже. Предыдущий нас выбило, поэтому я его остановил. Блин, говно. Стрелял, стрелял, так никого и не убил. Я противный с виду, у меня не получается играть. Ханзо к вашему. Обезьяну сразу вынес. Нихера себе. Интересно, а какой у него ультимат? Ну, я помню, что он стреляет. Но как это? Я сам-то не играл за него. Вы у меня в прицеле. Круто, я макаку сразу убил, блин. Правда, я не заметил, сколько у него хилзов было. У него долго заряжается ультимат, конечно, пипец. Наверное, он мощный. Дракон! Он меня только полжизни отнял. Блин, пока я перезаряжался, этот чувак меня замочил. Как бы я, может быть, смог его убить. Блин, долго идти, конечно. За Дио лучше играть, потому что она летать может, а это долго ходит. Блин. Не, за него как-то не особо. Если ты притянешь крюком кого-то, то есть очень большой шанс убить. Ну а так просто стрелять издалека как бы не особо что-то. Ну что, у него дробовик этот на ближней дистанции. Соответственно, если ты притягиваешь крюком близко, то тогда он очень эффективен. Моя суперспособность почти готова. Сейчас ультимат проверю, какой у него. Тогда будет побольше игроков. Нет! На одного не хотел тратить, а он меня замочил. Умри, умри, умри. И он меня в угол еще зажал. Ой, этот чувак мне помог. Я готов дать волю Бобку. Ну я, в принципе, быстро щит снял. Я не знаю, насколько эффективен у него этот ультимат, потому что я в щит стрелял, а щит он сам по себе мощный. И стрелять неудобно, он все время прицел дергается, приходится подправлять. Отдача очень большая. Я в воздухе прям эту дуру замочил, она полетела, и я ее снес в воздухе. Блин, прикольно. Нифига себе, этот чувак меня через стену перекинул. Охренеть.
Перезаряжайся! Блин, меня убили, пока перезаряжался. Ну я круто, эта дура летела, а я прям в воздухе ее снял из дробаша. Прикольно получилось. Не, этот свин, конечно, прикольный. Мне он все-таки чем-то симпатизирует. Так, все отошли, дракон мимо пролетел. Ну что, еще одну минуту их подержать? Нет, крюк на такой дистанции не действует. Нифига себе, я двоих подряд убил! Еще... На! Блин, зря только ультимат потратил. Мне трофей дали. Смотри, но не трогай. А, этот трофей... Мы их, короче, сдерживали, они не смогли до груза дотронуться. И мне за это трофей дали. Не, в принципе, за него прикольно играть, мне нравится. Так притягиваешь крюком и в упор прям стреляешь. Осталось 10 секунд. Победили, чуть-чуть. Нет, меня сейчас убьют, они сейчас на 2 секунды, но они там сейчас находят. Трое у меня в прицеле. Вот сейчас бы мне ультимат бы пригодился. Блин, я один против двоих, конечно, меня убили. Умри, умри, умри. Блин. Мы выиграли, отлично. Победа. Круто. Мой первый матч за свины, и мы выиграли. Блин. О, смотри, я за тебя... Блин, я случайно не ту кнопку нажал. Я хотел за тебя проголосовать. Ничего, бывает. 9 убийств и 12 смертей. Будешь открывать коробку? У меня говно, как обычно, да. Попадается. Мне тоже. Сейчас я тогда остановлю поиск. Ага. Блин, прикольно за свины играть.